беседа о том, что не должно разглашать грехов братьев и молиться о вреде врагам. Ублажаю вас, возлюбленные, за усердие, с каким вы стекаетесь в отеческий дом. Из этого усердия я с уверенностью заключаю о душевном вашем здоровье, потому что церковное училище есть дивная лечебница. Лечебница не для тел, но для душ. Она духовно исцеляет не раны телесные, но грехи душевные. А для этих ран, грехов, врачество – слово. Это врачество составлено не из растений земных, но из глаголов небесных. Его приготовили не руки врачей, но уста пророков. Потому-то оно и всегда действительно. Нет продолжительности времени, не ослабевает, нет упорства болезни, не теряет силу. Лекарство врачей имеет оба эти недостатка. Свежие они оказывают свою силу, а когда пройдет много времени, они, подобно состарившимся телам, становятся слабыми. Часто также и упорство болезни лишает их силы, потому что они – лекарства человеческие, а божественное врачество не таково, но и по прошествии долгого времени сохраняет всю свою силу. С того времени, как жил Моисей, ибо от него начало Писаний, оно врачевало столько людей и не потеряло своей силы, и никакая болезнь никогда не делала его недействительным. Получать это врачество нужно не платой серебра, но кто имеет искреннее желание и расположение, тот и получает его себе всецело. Поэтому и богатые, и бедные одинаково пользуются этим врачеством. Там, где нужно платить деньги, богатый получает пользу, а бедный часто уходит, не получив пользы. Потому-то доходов его недостаточно для приобретения лекарства. А здесь, так как не нужно тратить серебра, но должно показать веру и желание, то кто принес их с усердием, тот больше всего и получает пользу, потому что они, вера и желание, плата за врачевство. И богатые, и бедные одинаково участвуют в пользе. Или лучше не одинаково участвуют в пользе, но часто бедный уходит, получив большую. Почему? Потому что богатый, занятый многими заботами, надменной гордостью, происходящей от богатства, преданный лености и беспечности, не с великой ревностью и не с великим усердием принимает врачество слушания Писаний, а бедный, свободный от роскоши, невоздержания и беспечности, употребляя все время на рукоделие и праведные труды, и от этого приобретая в душе великое любомудрие, бывает более внимательным и твердым, и с большим усердием внимает сказанному. И потому, как принесший большую плату, он уходит, получив большую пользу. Это сказал я не в осуждение богатым вообще, и не в похвалу бедным вообще, потому что и не богатство не зло, не зло худое употребление богатства, ни бедность не добро, но доброе пользование бедностью добро. Богач, живший при Лазаре, наказан не за то, что он был богат, но за то, что был жесток и бесчеловечен. Бедный, почивающий в недрах Авраама, удостоился похвалы не за то, что был беден, но за то, что с благодарением переносил бедность. Из предметов внимательно выслушайте эти слова, потому что они могут сообщить вам достаточное любомудрие и знать всякий развратный помысел и внушить правильное суждение о вещах. Из предметов они одни хороши по своему свойству, другие напротив, а иные не хороши, не худы, но занимают среднее место. Благочестие хорошо по своему свойству, нечестие худо, добродетель хороша, порок худ. А богатство и бедность сами по себе ни то, ни другое, но по воле пользующихся ими становится или тем, или другим. Если ты употребляешь богатство на дела человеколюбия, то этот предмет послужил для тебя поводом к добру. А если на хищение, любостяжание и обиды, то ты обратил употребление его к противному. Но не богатство причиною этого, а тот, кто употребил богатство в обиду ближним. Тоже нужно сказать и о бедности. Если ты мужественно переносишь ее благодаря Господу, то этот предмет послужил для тебя поводом и случаем к получению венцов. А если ты за нее хулишь Создателя и осуждаешь промысел его, то ты употребил ее во зло. Как там не богатство бывает причиной корыстолюбия, но худо пользующийся богатством, так и здесь не бедность мы будем обвинять в богохульстве,
но того, кто не захотел благоразумно переносить ее. Всегда и хвала, и ропот зависят от нашей воли и расположения. Богатство хорошо, но не вообще, а для того, кому оно не служит в грех. Равным образом и бедность худа, но не вообще, а в устах нечестивого. Когда он ропщет, когда богохульствует, когда негодует, когда обвиняет Создателя. 367. Итак, не будем осуждать богатство, не будем порицать и бедности вообще, но тех, которые не хотят хорошо пользоваться ими, потому что сами по себе они вещи безразличные. Но, как я говорил, хорошо обратиться к прежнему предмету, и богатый, и бедный с одинаковой свободой и смелостью пользуются здешними лекарствами, и даже часто бедный с большим усердием. И не в том только особенность этих лекарств, что они врачуют души, что они не портятся от продолжительности времени, что не теряют свои силы от упорства болезни, что польза от них предлагается даром, что это врачевание одинаково доступно и богатым, и бедным. Но в них есть и нечто другое, не меньшее этих благ. Какое же именно? То, что о приходящих в эту лечебницу мы не разглашаем. Приходящие во внешние лечебницы находят много зрителей и хран. Если врач наперед не откроет раны, то не прилагает врачевства. А здесь не так. Но видя множество страждущих, мы незаметным образом совершаем их врачевание. Мы не выводим грешников на середину, чтобы таким образом объявить им грехи, но, предлагая общее для всех учение, предоставляем совести слушателей, чтобы каждый извлекал из сказанного врачевство, соответствующее собственной его ране. Слово «учение» проистекает из уст говорящего, заключая в себе осуждение порока, похвалу добродетели, укоризну разврату, хвалу целомудрию, осуждение гордости, похвалу кротости, как бы различные и разнообразные, составленные из всех видов лекарства. Но взять пригодное и полезное для себя – это дело каждого из слушателей. Слово проистекает открыто, но внедряясь в совесть каждого, оно незаметным образом производит свое врачевание. И часто еще прежде, нежели открылась болезнь, оно возвращает здоровье. Вы слышали вчера, как я прославлял силу молитвы, как осуждал тех, которые молятся небрежно. Но никого из них я не объявил. Те, которые осознали свое усердие, получили похвалу за молитву, и от похвал сделались еще более усердными. А те, которые осознали свою небрежность, получили вразумление и оставили свое нерадение. Но ни тех, ни других мы не знаем, и это незнание полезно и тем, и другим. А как это, я скажу. Кто слышал похвалы за молитву и сознал свое усердие, тот впал бы в гордость, если бы имел многих свидетелями похвал. А теперь, незаметно получив похвалу, он далек от всякого тщеславия. Также и тот, кто сознал свою небрежность, выслушав осуждение, сделался от осуждения лучшим, не имея никого из людей свидетелем вразумления. А это принесло ему немалую пользу. В самом деле, дорожа мнением многих, мы, будучи худыми, пока думаем, что нас не знают, стараемся быть лучшими. А когда сделаемся всем известными и потеряем одобрение, происходящее от неизвестности, то становимся более бесстыдными и нерадивыми. И как раны, открытые и часто подвергающиеся влиянию холодного воздуха, делаются более жестокими, так и душа, согрешившая, становится более бесстыдной, если перед многими обличается в том, в чем она согрешила. Итак, чтобы этого не случилось, слово наше врачевало вас незаметно. А чтобы вы убедились, что это тайное врачевание приносит большую пользу, послушайте, что говорит Христос. «Если согрешит против тебя брат твой, то обличи его. Не сказал между тобой и городом, или между тобой и народом, но между тобой и им одним. Без свидетелей, говорит, пусть будет обличение, чтобы легко было изменение к лучшему». Таким образом, великое благо делать увещание не всенародное, но довольно совести, довольно этого неподкупного судьи. Не столько ты укоряешь согрешившего, сколько собственная его совесть. Это более горький обвинитель. И ты не точнее знаешь его проступки. Не прибавляй же раны к ранам, объявляя согрешившего, но делай увещание без свидетелей.
Это и мы делаем теперь, как делал и Павел, без свидетелей устрояя обличение согрешившего между коринфянами. И послушай, как это. Потому и говорит: «Братья, я приложил это к себе и к Аполлосу». Не сам он и не Аполлос разделяли народ и производили раскол в церкви. И между тем он неясно высказал обличение и, прикрыв лица виновных своим и Аполлосовым именами, как бы некоторыми масками, дал им возможность освободиться от такого нечести. И еще, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, прежде согрешивших и не покаявшихся, я плачу о них, о чистоте, блудодеянии и непотребстве их». Смотри, как и здесь неопределенно говорит он о согрешивших, чтобы, сделав явное обличение, не довести души согрешивших до большего бесстыдства. Поэтому, как мы с такой осторожностью делаем обличение, так и вы, увещеваю вас, со всем усердием принимайте исправление и тщательно внимайте тому, что говорится. 369. Мы говорили вам вчера о силе молитвы. Я показал, как злобный дьявол тогда строит козни. Так как он видит, что молитва доставляет нам величайшую пользу, то особенно тогда и нападает, чтобы отнять у нас защиту, чтобы отпустить нас домой с пустыми руками. И как у начальствующих, приближенные и находящиеся подле самого начальника, взирая враждебно на приходящих к нему, далеко прогоняет их палками, не дозволяя приблизиться, высказать свою скорбь и получить милость, так и дьявол, видя приступающих к судьи, далеко прогоняет их не палкой, а нерадением. Он знает, хорошо знает, что если они приступят бодрственно и выскажут свои грехи, и возрыдают пламенной душою, то отойдут, получив великое прощение, потому что человеколюбив Бог. Вот он и предупреждает их, отклоняется от собеседования с Богом, чтобы они не получили ничего, в чем нуждаются. Воины начальствующих с насилием отгоняет приходящих, а этот, не делая насилия, но обольщая нас и ввергая в нерадение. Поэтому мы и недостойны прощения, добровольно лишая благ сами себя. Молитва, совершаемая с усердием, есть свет для ума и души, свет неугасимый и постоянный. Поэтому дьявол влагает тысячи нечистых помыслов в наши умы, и о чем мы никогда не думали, то, собрав во время молитвы, вливает в наши души. И как ветры, часто стремясь с противных сторон, погашают своим дуновением зажженный огонь светильника, так и дьявол, видя зажженным в нас пламень молитвы, навевает отсюда и оттуда тысячи забот и не отстает до тех пор, пока не погасит света. Но что делают зажигающие те светильники, то же будем делать и мы. Что же они делают? Когда они видят, что устремляется сильный ветер, то, закрыв пальцем отверстие светильника, заграждает вход ветру. Пока дьявол нападает извне, мы будем в состоянии противиться. Когда же откроем ему двери души и примем врага внутрь, то уже не сможем немало противиться ему, но со всех сторон, помрачив нашу память, как бы дымящийся светильник, он оставит только уста произносить пустые слова. Но как те закрывают пальцем отверстие светильника, так и мы оградим разумом нашу душу, заградим вход злому духу, чтобы он не погасил света нашей молитвы. Помните ли тот и другой пример воинов и начальника из светильника? Для того мы предлагаем вам примеры из предметов, с которыми мы обращаемся, которые близки к нам, чтобы, вышедши отсюда и находясь дома, вы возобновляли в памяти сказанное через предметы, которые находятся в наших руках. Молитва – великое оружие, великая защита. Вы слышали вчера, как три отрока, связанные, сокрушили силу огня, как попрали пламень, как превзошли печь и восторжествовали над действием стихии. Послушайте сегодня опять, как доблестный и великий Исаак молитвой преодолел самую природу тела. Те сокрушили силу огня, а этот сегодня расторг оковы поврежденной природы. Узнай же, как он сделал это. Молился, говорит Писание, Исаак о жене своей, ибо она была неплодна. Об этом сегодня прочитано вам. Вчера было слово о молитве,
И сегодня опять доказательство силы молитвы. Видите ли, как благодать Духа устроила, чтобы сегодняшнее чтение соответствовало сказанному вчера. «Молился, — говорит Писание Исаака, — Ревекке жене своей, ибо она была неплодна». Прежде всего нужно узнать, почему она была неплодна. «И сама она, и муж ее были жизни дивной и исполненной великого целомудрия». Мы не можем сослаться на жизнь этих праведных и сказать, что неплодие было следствием грехов. И не одна-одна она была бесплодной, но и мать его, Сара, которая родила его. И не только мать его была неплодной и жена, но и невестка, жена Якова, Рахиль. Что же значит этот сон бесплодных? Все они были праведны, все жили добродетельны, все получили одобрение от Бога, потому что об них он говорит: «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова». Об них и Павел говорит так: «Потому и Бог не стыдится называть себя Богом их». Много сказано им похвал в Новом Завете, много им похвал и в Ветхом. Во всех отношениях они были славны и превосходны. И все имели жен бесплодных, и долгое время жили бездетными. Итак, когда ты видишь, что муж и жена живут добродетельно, когда видишь, что они любят Бога, преданы благочестию, однако страдают бесчадием, то не думай, что бесчадие есть непременно воздаяние за грехи. Много путей домостроительства Божия нам неизвестных, и за все надобно благодарить и жалеть только о тех, которые живут в нечестии, а не о тех, которые не имеют детей. Часто Бог делает полезное, но мы не знаем причины того, что делается. Поэтому во всем нужно удивляться Его премудрости и прославлять Его неизреченное человеколюбие. Эти слова могут назидать нас в нравственном отношении. Но надобно сказать и о причине, по которой те жены были бесплодными. Какая же причина? Та, чтобы ты, когда увидишь Деву, рождающую нашего общего Господа, не был неверующим. Таким образом, ты упражняй свой ум, размышляя об утробе бесплодных, чтобы после того, как увидишь, что поврежденная и заключенная утроба отверзается благодатью Божией для деторождения, ты не удивлялся, слыша, что родила дева, или лучше сказать, удивляйся и изумляйся, но не веруй чуду. Когда скажет тебе иудей, как родила дева, ты скажи ему, как родила бесплодная и состарившаяся. Тогда было два препятствия – преклонность возраста и неспособность природы, а в деве было только одно препятствие – то, что она была непричастна браку. Так бесплодная предуготовляет путь деве. А дабы ты убедился, что для того предшествовали бесплодные, чтобы верили рождению девой, выслушай слова Гавриила, сказанные к ней. Когда он пришел к ней, то сказал: «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус». То дева изумилась и удивилась и сказала: «Как это будет мне, когда я мужа не знаю?» «Что же, ангел? Дух Святый найдет на тебя». «Не требуй, — говорит он, — естественного порядка, когда это событие сверхъестественное. Не думай о браке и болезнях рождения, когда этот способ рождения выше брака. Как будет это, — говорит она, — когда я мужа не знаю?» «Но потому и будет это, что ты не знаешь мужа. Если бы ты познала мужа, то не удостоилась бы послужить этому делу. Таким образом, почему ты не веришь? Потому самому и веруй. Не удостоилась бы ты послужить этому делу не потому, чтобы брак был зло, но потому что девство лучше. А пришествие Господа следовало быть торжественнее нашего, потому что оно царское. Царь же входит путем торжественнейшим. Ему надлежало и приобщиться о рождении, и отличаться от нашего. Потому и устрояется то и другое. Родиться из чрева – это общее с нами. А родиться без брака – это выше того, что бывает с нами. Быть зачатым и носимым во чреве – это свойственно человеческой природе. А произойти зачатие без совокупления – это превосходнее человеческой природы. То и другое совершилось для того, чтобы ты знал превосходство рождающегося и общение его с тобою. 371. И смотри, какая мудрость в том, что совершилось. Не превосходство его рождения не повредило сходству и сродству его с нами. Ни сродство с нами не помрачило превосходство. Но то и другое открылось во всех делах его. И одно у него было вполне наше,
а другой отличный от нашего. Но, как я сказал, для того предшествовали бесплодные, чтобы поверили о рождении девой, чтобы и она сама была приведена к вере в благовестие и то обетование, которое услышала от ангела, сказавшего: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Так, говорит он, ты имеешь родить, не смотри на землю. Действие приходит с небес. Это событие от благодати Духа. Не спрашивай у меня о природе и законах брака. Но так как эти слова превышали ее разумение, то он хочет представить и другое доказательство. Заметь, как бесплодное руководит ее к вере в это. Так как это доказательство превышало разумение девы, то послушай, как он обращает речь к предметам низшим, руководя ее посредством чувственного. И вот, говорит, Елисавета, родственница твоя, и та зачала в старости своей, и шестой месяц уже ей, называемой неплодной. Видишь ли, что неплодная была для девы. Иначе для чего указал он ей на рождение родственницей? Для чего сказал в старости своей? Для чего приспал прозываемой неплодной? Очевидно, всем этим он руководил ее к вере в благовестие. Для того он указал и на возраст, и на недостаток природы. Для этого ожидал и времени, протекшего от зачатия. Потому что не тотчас с самого начала он благовестил ей, но дождался, пока исполнилось у неплодной 6 месяцев, чтобы увеличение чрева свидетельствовало о беременности и было несомненным доказательством зачатия. И посмотри опять на мудрость Гавриила. Он не напоминал ей ни о Саре, ни о Ревеке, ни о Рахиле, хотя и они были бесплодные и престарелые. И то, что совершилось с ними, было чудо. Но это были древние события. А новое и недавнее, и совершающееся в нашем роде, обыкновенно более приводит нас к вере в чудеса, нежели древние. Вот почему, оставив тех, он предложил ей уразуметь имеющее быть с ней из примера родственниц ее Елисаветы, чтобы из этого примера возвести ум ее к собственному ее рождению, страшному и превосходному. Таким образом, между нашим рождением и Господним было рождение бесплодное, которое ниже девственного, но выше нашего. Вот почему через Елисавету, посредницу, как бы через какой-нибудь мост, он возводит ум девы от рождения естественного к сверхъестественному. Хотел я сказать больше и изложить вам другие причины, по которым была бесплодная Ревекка и Рахиль, но не позволяет время, заставляя поспешить речью о силе молитвы. И это все я говорил для того, чтобы вы знали, как молитва Исаака разрешила бесплодие жены. Молитва столь продолжительная. Молился, говорит Писание, Исаак о Ревекке, жене своей, и услышал его Бог. Не думай, что он призвал Бога и тотчас был услышан. Он провел много времени в молитвах к Богу. Если хотите знать, сколько именно, я скажу вам, и это в точности. 20 лет провел он, молясь Богу. Откуда это видно? Из самой последовательности речи. Писание, желая показать веру, терпение и любомудрие праведника, не умолчало об этом времени, но и об нем сказала нам, хотя прикровенно, чтобы пробудить нас от нерадения, а все же не оставила его неизвестным. Послушай же, как оно прикровенно показало нам время. «Было Исааку 40 лет, — говорит он, — когда он взял Ревекку, дочь Фафуила». Видишь ли, сколько ему было лет, когда он женился? 40 лет, говорит Писание, был он, когда взял Ревекку. Узнав, сколько лет было ему, когда он женился, посмотрим затем, когда он сделался отцом, и сколько было ему лет, когда он родил Иакова. И таким образом можем видеть, сколько времени жена его оставалась бесплодною, и то, что во все это время он молился Богу. Сколько же было ему лет, когда он родил Иакова? Иаков вышел, держась рукой за пету брата, и поэтому наречено ему имя Иаков, а тому Исав. Исааку уже было 60 лет, когда он родил их. Бытие 25-26. Итак, если он, когда взял Ревекку, был 40 лет, а когда родил сыновей, был 60 лет, то очевидно, что жена его оставалась бесплодной в течение 20 лет.
и что во все это время Исаак молился Богу. 373. Мы же не стыдимся, не смущаемся, видя, как праведник 20 лет ждал и не переставал молиться. А сами после первого или второго прошения часто оставляя молитву и приходя в негодование. Притом он имел великое дерзновение перед Богом и, однако, не негодовал на медленность дара, но оставался терпеливым. А мы, будучи обременены бесчисленным множеством грехов, имея нечистую совесть и не оказывая никакого благорасположения к Господу, если не будем услышаны прежде, нежели выскажем просьбу, падаем духом, унываем, оставляем молитву. Оттого всегда мы и отходим с пустыми руками. Кто из нас 20 лет молил Бога об одном предмете, как этот праведник, или лучше, кто только 20 месяцев? Вчера я говорил, что многие молятся небрежно, зевают, потягиваются, непрестанно оборачиваются во все стороны и выказывают всякое неуважение к молитве. А сегодня я нашел и другое зло, присоединяющееся к молитвам, еще более пагубное, нежели то. Многие, повергаясь ниц, ударяя челом в землю, проливая горячие слезы, горько из глубины души вздыхая, простирая руки и показывая всю ревность, употребляют эту горячность и усердие против собственного спасения. Они молят Бога не о своих грехах и просят не о прощении своих прегрешений, но всю эту ревность возбуждают в себе против врагов, делая то же, как если бы кто, изострив меч, не против неприятеля употребил это оружие, но поразил им собственную шею. Так и они возносят молитвы не об отпущении собственных грехов, а о наказании врагов. Это и значит направлять меч против самих себя. Это придумал лукавый, чтобы мы губили себя всеми способами, и нерадением, и ревностью. Одни своей невнимательностью к молитвам оскорбляют Бога, показывая своей небрежностью неуважение к Нему. А другие, оказывая ревность, оказывают ее также против своего спасения. Такой-то, говорит дьявол, небрежен. Этого достаточно для меня, чтобы он не получил ничего. А этот ревностен и внимателен. Что же делать? Я не могу уничтожить его ревности и произвести в нем небрежность. Устрою же погибель его иначе. Как? Сделаю, чтобы он употребил ревность свою на беззаконие, потому что молиться о вреде врагов – дело беззаконное. Таким образом, он отойдет, не только не получив никакой пользы от своей ревности, но потерпев вред больше происходящего от небрежности. Таковы козни дьявола. Одних он губит через небрежность, а других через самую ревность, когда она бывает не по заповедям. Впрочем, нужно выслушать и самые слова такой молитвы, дабы видеть, что эти слова свойственны уму детскому и душе незрелой. Я стыжусь, намереваясь высказать их, но необходимо сказать, подражая этому неразумному языку. Какие же это слова? «Отомсти за меня, говорят, врагам моим! Покажи им, что и у меня есть Бог!» Не тогда человек узнает они, что у нас есть Бог, когда мы будем негодовать, гневаться и досадовать, но тогда, когда мы будем смиренными, тихими, кроткими и упражняться во всяком любомудрии. Так и Бог сказал, так да просветится свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Понимаешь ли, что молиться Богу о вреде врагам, значит оскорблять Бога? Как скажешь оскорблять Бога? Так, что он сам сказал, молитесь за врагов ваших, и установил этот божественный закон. Итак, когда ты просишь законодателя нарушить собственные его законы, молишь его противоречить самому себе, и того, кто запретил тебе молиться о вреде врагам, умоляешь, чтобы он услышал тебя, молящегося о вреде врагам, то, поступая так, ты не молишься и не просишь, но оскорбляешь законодателя и огорчаешь имеющего даровать тебе благо, происходящее от молитвы. Как же, скажи мне, может быть услышана твоя молитва, когда ты раздражаешь того, кто имеет услышать? Поступая так, ты низвергаешь в пропасть собственное спасение и бросаешься в бездну, поражая врага перед лицом царя.
«Хотя ты не делаешь этого руками, но ты поражаешь его словами, чего не осмеливаешься делать даже с подобными себе рабами. Осмелься сделать это перед начальником. Тогда хотя бы у тебя были тысячи добрых дел, ты непременно тотчас будешь отведен на смерть. Таким образом, перед начальником ты не осмеливаешься обидеть равного себе. А делай это перед Богом, скажи мне, как ты не трепещешь и не страшишься во время прошения и молитвы, так раздражаясь, свирепствуя и показывая большую жестокость, чем тот, который требовал 100 динариев. А что ты наносишь большую обиду, чем этот, выслушай самое событие. Некто должен был господину 10 000 талантов. Будучи не в силах отдать, он просил не попустить, чтобы продажа его жены, дома и детей был выплачен долг господину. Видя его плачущим, господин сжалился и простил 10 000 талантов. Тот, выйдя и нашедший другого слугу, который был должен ему 100 динариев, стал душить его и требовать долга с великой жестокостью и бесчеловечием. Услышав об этом, господин вернул его в темницу и прощенный прежде долг в 10 000 талантов опять наложил на него. И таким образом этот наказан был за свою жестокость к подобному себе рабу. 375. А ты посмотри, сколько бываешь несправедливее и бесчувственнее этого человека, молясь о вреде врагам. Тот не просил господина требовать, но сам требовал 100 динариев. А ты молишь самого Господа об этом бесстыдном и запрещенном требовании. Тот не в глазах господина, но вне душил подобного себе раба. А ты делаешь это в самое время молитвы, стоя перед царем. Если же он, не прося господина о требовании долга и поступив так по выходе от него, не получил прощения, то ты, побуждая Господа к такому запрещенному истязанию и поступая так перед его очами, какому, скажи мне, не подвергнешься наказанию? Но твоя душа воспламеняется и восстает при воспоминании о вражде. Твое сердце возмущается, и, вспоминая о нанесшем тебе обиду, ты не можешь утишить волнение мыслей. Противопоставь этой горячности воспоминания о своих грехах и страх будущего наказания. Вспомни, сколько ты сам виновен перед Господом, и что за все это должен дать ему отчет, и этот страх непременно удержит тот гнев, так как он гораздо могущественнее этой страсти. Вспомни во время молитвы о гиене, о наказании и мучении, и враг даже на мысль тебе не может прийти. Сокруши свой ум, смири душу воспоминанием о своих преступлениях, и гнев не в состоянии будет смущать тебя. Но в том и заключается причина всех зол, что грехи других мы исследуем с великой точностью, а свои пропускаем с великой небрежностью. Между тем, надобно было бы делать напротив. Собственные грехи всегда иметь в памяти, а о чужих никогда не думать. Если мы будем так поступать, то и Бог будет к нам милостив, и на ближних мы перестанем вечно гневаться, и не будем иметь никогда никакого врага. Если же когда и будем иметь, то немедленно прекратим вражду и получим скорое прощение в собственных грехах. Подлинно, так как тот, кто злопамятствует против ближнего, не допускает, чтобы он сам был освобожден от наказания за собственные грехи, так чистый от гнева скоро будет чист и от своих грехов. Если мы, злые и раболепствующие гневу, по заповеди Божией прощаем все грехи, сделанные против нас, то гораздо более он, человеколюбивый и благий, и чистый от всякой страсти, простит наше прегрешение, чтобы за наше снисхождение к ближнему воздать нам прощением наших собственных грехов, которые досподобимся получить все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.